Новой Майне – новая система водоснабжения. В рабочем поселке строят водозаборные скважины, насосную станцию и накопительные резервуары. Финансирование проекта – больше 300 миллионов рублей. Сумму распределят на три этапа реконструкции. В результате власти и профильное министерство региона решат многолетнюю проблему высокого содержания железа в воде. Первый этап – это строительство станции водоподготовки, то, что мы сейчас наблюдаем. Второй этап – это, значит, подведение до индивидуального жилищного сектора воды, значит. И третий этап – отсюда вода у нас еще пойдет в другие населенные пункты. Глава области Алексей Русских поручил не снижать темпы работ, чтобы район как можно быстрее получил жизненно важный ресурс. К слову, качественную воду здесь ждали давно, ровно как и новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построят в селе Лесная Хмелевка. Прежний давно исчерпал свой ресурс. Это одноэтажное здание 1973 года постройки. Ремонтировать такую площадь смысла нет. Время очень быстро прилетит, поэтому я думаю, что 2 года здание еще простоит. Да, продержимся. Куда деваться? А вот новую дорогу долго ждать не пришлось. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» специалисты отремонтировали почти 2 километра транспортной магистрали. Участок около здания средней школы села Лесная Хмелевка. Выполнить реконструкцию в срок помогло федеральное финансирование. В цифрах это больше 80 миллионов рублей. Александра Никитина, Управда ТВ.